считает целесообразным приезжать в Россию, по его словам, он готов общаться со следствием по телефону, почте или интернету. Россия является лучшей страной БРИКС с точки зрения возможностей для инвестиций. С такой оценкой сегодня выступил агентство Bloomberg. По его данным, предприниматели, вложившие свои средства в Россию в начале года, получили более высокую прибыль, чем бизнесмены, которые предпочли Китай. В то же время российские компании имеют самую низкую капитализацию, что при дальнейшем ослаблении политических рисков может привести к увеличению дохода в будущем, считают эксперты ряда западных компаний. 27 человек погибли в результате взрыва в турецком городе Суруч на границе с Сирией. Об этом сообщил турецкое МВД. Ранения различной степени тяжести получили порядка 100 человек. Местные полиции рассказали, что инцидент произошел в культурном центре города.